Девочки, вот все, что купили, покажу сейчас вам. Хотите? Сейчас. Все равно стирать это все надо. Значит, вот это купили большой размер магазины до 12XL. Вот их сайт. Можно заказать все это у них там, на сайте. Вот такая куртка. Мужская. 7XL. Вот за 500 лир. Такая. Ну, неплохая, я вам скажу. Знаете, хорошая. Хорошие вещи. Когда новые вещи, конечно, хорошие. Еще не хорошие. Вот здесь вот. Внутри синтепон есть. На синтепоне они. И вот этот вот воротничок на замочке, он снимается. Вот здесь вот есть замочек. Он снимается. Капюшона к ней нету. Нету капюшона. Двойной воротничок. Обычный и меховой. Ну, муж, скорее всего, снимет вот этот меховой воротничок. Манжеты, резинки. Мужу очень нравится, когда резинка. И еще, говорит, была бы и еще внизу резинка. Она короткая. Попу наполовину прикрывает. Такая вот, с карманами. Внутренний карман тоже имеется. Видите, девочки, два внутренних кармана. Отличная мужская куртка. 500 лир. Дальше. Это магазин только для мужчин. Дальше, значит, вот джемпер и жилетка Елек. Тоже стеганая, на синтепоне, с карманами. Сколько она стоит? 200 лир она стоит. Со скидкой, видите, тоже 7XL. Подкладочка бордовая. Размеры, говорю, от 3XL минимум до 12XL в этом магазине. И также в ассортименте цветовая гамма присутствует. Дальше джемпер. Как это называется? Джемпер, девочки. Вот такой вот джемпер. Материал приятный на ощупь. На ощупь. Такие вещи, конечно, сушить в курутма нельзя. Манжеты прорезиненные. Значит, 6XL размер. Сколько стоит? Сколько стоит, не знаю, девочки. Ну, около 150, наверное, стоит. Наверное, около 150 стоит, не меньше. Хороший материал, очень приятный. Трикотаж это. Хороший. Пуговички расстегиваются. Хороший. Мне очень понравилось. Я предложила. В основном я предлагала. Дальше, девочки. Три. Четвертая была кармызы. Он не взял. С длинным рукавом. Вот цветовые гаммы. Темно-синяя, голубая и гри. Серенькая. Воротничок такой. На пуговичках. Длинный рукав. Рукав тоже. Манжеты есть. Внизу, по-моему, тоже манжет. Да, внизу тоже манжет. Тоже трикотаж. Вот это можно в курутма сушить. Но я не буду. Я на вешалочку в мокром виде поставлю. Это какой размер, девочки? 7. 7XL. Сколько это стоит? Это вот 95 лир стоит. Хорошие. Хорошие. Пуговички. Три. Хорошие. Хорошие. Мне вот такие вещи очень нравятся.
трикотаж хороший. Хлопок это. Хлопок. Он при стирке не линяет, не садится. Хороший материал. Тоненькие такие, хорошенькие. Хорошие вот эти вещи. Дальше. Следующий. Это елек. Безрукавка. Сейчас я вам покажу. Сколько она стоит? Не вижу. 119,95. Ну, округляем. 120 лира стоит. 7 XL. Тоже материал, как джемпер. Вот такой вот. Типа, наподобие что-то велюра, знаете. Ну, это вот мягенький очень. Хороший материал. Хороший. Это на рубашку одевать я ему предложила. И цвет такой хороший. Антраст. Кармашки тут есть. Кармашки. Видите? Тоже пуговички расстегиваются, застегиваются. Хорошие, девочки. Мне это... Хорошо, тепленько будет. Хорошо. Ну, это пижамные штаники. Черный цвет. Там любые цвета были. Кармашки. На шнурочке. Резинка. Ну, этот шнурочек он мне нужен. Это, не знаю, девочки, сколько стоит. Около 100 лир тоже стоит. Тоненький хлопок. Приятный на ощупь. Хороший. Все, девочки. Вот это вот мы купили в другом большом магазине. У них, видите, другие мешки. Другие мешки мы. В другом большом магазине. Значит, вот такие вот купили. Это нам обошлось в этом магазине 1300 без скидки. Ни куруша они нам не уступили. А это обошлось за 1080. Ну, 80 лир они уступили. Округлили до 1000 лир. Это вот 5XL. 5XL. Это 150 у них стоило. Это такой, знаете, трикотаж. Видите, он трикотаж. Хороший это, девочки. Видите, он трикотаж. Хороший. Он не линяет тоже. Под джинсу сделан. Прям вот так вот чуть-чуть потертости видно. Хороший воротничок здесь трикотажный, видите? Три пуговички. Хороший. Этот магазин был подороже, чем тот. Не знаю почему. Манжеты здесь вот есть. Манжеты. Внизу жалко, нету манжеты. Жалко. Такая типа аббревиатура. Ну, хорошая вот это. И цвет приятный. Можно и любую, и пижаму можно использовать, и ходить куда-то на выход. Хороший, хорошая вещь. Унисекс прям. Такие вещи я люблю, девочки. Потом вторая тоже такая же. Тоже 5XL. Ну, это на 6, на 7 тоже пойдет. Тоже такая же, аналогичная, только раскраска серенькая. Такая же. И воротничок тоже трикотажный. И сама она такая. Тоненькие они. Тоненькие, хорошие. Под елек можно вот одевать. И сверху какой-то казак можно вот этот джемпер одевать. Тоже внизу джем... Это нету манжеты, только на рукавчиках. Хорошие. Очень хорошие. Мне очень понравилось. Цвет такой, антрастик. Панталон купили одни, тоненькие. Материал такой слегка стрейчевый. Катон это. 100% катон. Хлопок. Они 150 стоят, он нам сказал. Беж. Бежевый цвет. Хороший. Деним, видите? Деним это значит котон, хлопок, брючный хлопок. Очень хороший, мне очень понравились такие.
аккуратно все пошито, все хороший, легенький, и летом, и можно. Вот это кадифе называется, это куртка Монт, я ему предложила. Я говорю, померяй, это хорошая вещь, возьми. Микровельвет это хороший. Единственное, что мне вот здесь вот этот воротничок смятый не понравился, но это вот как-то какой-то фабричный брак как-то. Кнопочки здесь, карманы есть везде, манжеты и снизу манжет. Ну, хорошие, как вот джинсовые ветровки есть у нас с вами. Тоненький, без подклада это. Видите, подклада нету. Тоненький, хороший. Очень мне понравилось. Я говорю, купи, купи. Купи. Ему это очень идет. Хороший. Карманов много. Прям отличный. Смотрите, видите, как оригинальный такой. Хороший. Замочек. Застегивается, естественно, все на пузике. Ремешок он себе купил. Кемер. Не знаю даже, почем кемер у них. Ну, за 1000, я говорю, вот эти вот покупки. За 1000. Две вот эти вот штучки. Две. Ветровка. Ремень. И еще две ветровки. Вот это 1000 обошлось. Это тоже вот ветровка. Тоже хороший воротничок здесь, хороший. Капюшон там внутри есть, видите? А, нет, капюшона здесь нету, девочки. Здесь нету капюшона. Здесь такая более ветровка классического стиля. Знаете, такая более строгий стиль. И пуговички здесь, и замочек вот есть, и кармашков много. Видите? Манжетиков нету. Не очень аккуратно вот здесь вот прошито. Не очень аккуратно, но на мужа это красиво смотрится очень. 8 XL. Хорошая. Это без подклада, это тоненькая курточка. В смысле, синтепона нету внутри. Ветровка. Хорошая. А это уже ветровка, вот дождевик. Это дождевик с капюшоном здесь. Капюшон внутри. И мне что она понравилась? Там разные были цвета. Ну, вот наш размер, только вот эта подошла. Нашего именно размера была вот эта. Здесь стандартные вот карманы по бокам. Манжет здесь есть. Здесь никакой подкладки, ничего нету, синтепона. Только вот такой вот полиэстерный материал. И вот это, дождевик это. И вот что мне понравилось, она длинная, девочки. Она задницу и это, передок все закрывает. Вот здесь. Ее можно вот так вот подвернуть и шнурочками закрыть. Она длинная. Вот эта вот ветровка. Дождевик. Вот это мне понравилось. Видите, здесь как? Можно подвернуть. Я говорю, зачем подворачивать? У тебя же это же против дождя, наоборот, надо удлиняться. Это вот хорошая вещь. Это я ему все посоветовала. Единственное, он куртку. Все остальное я ему посоветовала. Сказала, бери, 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 бери. То что? Все это пригодится. Хорошая вот эта вещь. И длинная, понимаете, она. Не, не до колена, конечно, не. Ну, где-то, ну, я же говорю, попу закрывает полностью. Хорошая вот эта ветровочка. И капюшон есть, все. В общем, вот такие вот девочки. А, ребенку же мы еще купили, вот последний мешок. LG Waikiki мы же зашли, Waikiki. И вот мы купили для... Ну, так как выбора было мало, не было выбора, девочки. Выбрать не из чего было. Что нашла, то купила. То размеры неподходящие, то цвета, то бракованные какие-то были. И дорого было в этом магазине. И брака много. Вот такая вот цена.
Вот за эту цену, за последнюю, за 20 лир мы купили. Изначально, видите, 35, 36 лир стоит. 2 XL, это для Октайчика мы купили. Хороший, желтенький. Я у него спросила, ты будешь? Он говорит, да, буду. Желтенький такой, лимонный цвет, знаете, нежный такой. Ему идут. Идет ему такой цвет, Октайчику. Красивый. Ну, я косы с воротничком. Маечка такая, хорошая маечка. Потом купила, ну, это дома все ходить. На выход тоже можно, конечно. За 35 лир. XL. Такая, знаете, тоже. Надо стирать все. Манжетик на рукавчиках. Вот снизу есть манжетик. И спать можно, как пижама. И на выход можно, куда хотите. Хорошая. Котаж такой приятный. Потом штаники я ему купила на замочках. Мальчишки мои любят на замочках, чтобы карманчики были. Шнурки. Ну, эти шнурки, они, знаете, не... чаще всего они не нужны, эти шнурки. Хорошие, смотрите, прорезиненные кончики. Прям отличные, смотрите. Первый раз такое вижу. Смотрите, прям узелки тут на веревках. Первый раз такое вижу, девочки. Сколько это стоит? 40 лир штаники. Какой это размер? 2 XL. Это Октайчику я купила. Ну, там Октайчику, Айденчику. Они сами разберутся. Манжет нету снизу. Они длинноватые. Может, их укорачивать надо? Не знаю, посмотрим по длине. Не мерили еще. Неплохие, в общем, штаники. И шортики. Вообще шортов не было. Выбора. Вот такие модели только висели. Разных этих беденов, размеров. По бокам вот вставка какая-то. Трикотаж это все. 37 лир. 2 XL тоже. Тоже шнурок есть на изнанке. Тоненькие они. Тоненькие. И штаники. Однотипный трикотаж. Штаники даже потоньше, чем шортики. Шортики все-таки потолще материал. Нету никакого манжета, ничего нету. Строчка. Ну, обычная Вайкики строчка. Где аккуратно, где неаккуратно. Нормально. Карманы. Есть карманы, только без замочков. С двух сторон есть карманы. Здесь, по-моему, на попе тоже должен быть карман, нет? Не, на штаниках нету на попе. И на шортиках тоже нету на попе кармана. Ничего, неплохие. Цвет синий. Это гри. Когда новое, все красивое, девочки. В общем, сейчас этикетки оторву и простерну. Что-то в куртма положу, что-то не буду класть. Все. Все, девочки. Вот LG Waikiki мы заплатили 132. Все, девочки. Кетки вот срываю, отрываю, отрезаю. И нам подшили же штаники. У мужа в магазине вот в этих больших размеров подшили. Тут же прям. Я вам говорила в видео, что подшили. Мы 10 минут ждали. И рукава могут подогнать вам. В общем, под вашу фигуру любую одежду в этих магазинах подгонят. Под часть делают. Рукавчики у жакетов, у костюмов, если нужно, тоже подогнут. Но это не значит, что через 10 минут вам вынесут. Нам просто как бы по блату. А так бы на следующий день нужно было идти за штаниками. Все. Гюле-гюле, кулан. Ой, девочки. Что-то моя соседка перестала сидеть на балконе. По-моему, они уехали. Они же тоже арендантки были. Арендантки. У нас в основном здесь все арендантки. Что-то... так и не расцвел. Что это такое, я не знаю.
Ну, я думала, что это георгин. Но это надо на следующий год, может быть, будет. Может быть, на следующий год будут цветы. В этом году не было, в общем. А львиный зевс в этом году получился у меня. Чеснок. Свой огород, девочки, подходи, народ, свой огород. Ой, как райхоном вкусно пахнет. А это тоже что-то, не знаю что. Цветочки. Успеть бы цветочки собирать. Ой, и кикик же тут у меня тоже. Ой, и кикик. Ой, мужики какие-то, девочки. Мужики, видать, это арендуют тоже. Видать, арендуют. Ну, ничего, терпимо. Знаете, окна. Не буду мыть, пока терпимо. Видите, песка нету. Потеков нету. Уж сколько дней прошло. Пока терпимо. Чё-то какие-то мужики на балконе. Да ну нафиг, пошлите отсюда. Ой, девочки, похолодало, знаете, и зевается. А, вот это окно грязное. Вот здесь много потеков, я вижу. Может, вам не видно? Много потеков здесь. Ну-ка, я там посмотрю сейчас. А здесь как? И здесь тоже. О, здесь вообще конкретно потеки. Ой, а что-то со стеклом случилось, девочки. А что случилось со стеклом? А не, вроде нормально. Вроде ничего. А с этой стороны, когда смотришь, что-то как-то... Что-то стекло как-то. Или, может, это так и было, я просто не замечала. Я просто, наверное, не замечала. А здесь тоже так. Вот я дурында. А здесь вроде тоже так, девочки. Выходит, видите? Это так кажется. Это, наверное, так кажется. Ой, я боюсь же. Муж же, если уедет и что-то случится, это капец будет. Капец. Прохладно. Прохладно. Он даже в куртках ходит, смотрите. Ой, рука так вкусно пахнет райхоном. Ну вот кто-то в майке, в шортах, а кто-то куртку напялил. По-разному. Все по-разному. Айдынчик сейчас придет. Ой, смотрите, как красивый закат. Закат красивый. Похолодало резко. После дождя резко похолодало. Но днем было очень жарко. Жарко было. Солнце ушло и похолодало. А на улицу, если выйдете сейчас, девочки, он даже пардессю легкая женщина одела. Смотрите. Но все равно легкую рубашечку надо одевать. Прохладненько. Спину надует, а там тучки. А такое небо камера передает голубое. Голубое небо так передает красиво. Цвета красивые. А вот и автобус, вот вам покажу. Хорошо видно, видите? Дистанцию, ну вот кто-то держит дистанцию, смотрите. А кто-то по два сидят. Ну, видать, два собеседника. Поболтать. Вот вам вечерний Стамбул. А все по-разному одеты, смотрите. Кто-то налегке. Тут он даже в куртках джинсовых, в кожаных, я вижу. Ну, я бы вон даже куртку одела, женщина. Такую куртку, прям приличную. И мужчина в пиджаке. Короче, все по-разному. У каждого температурный баланс разный. А вот мы же там же с вами были. Вон там. На террасе там сидели с вами. Юсуф, помните? Трансляцию делали. Вкусные котлетки. Не отказалась бы от порции котлеток. Ой, прямо аж слюнки потекли, девочки. Вкусненько было. Хожу же, окна проверяю. Сильных потеков... Не увидела я сильных потеков. Ну, сколько вот прошло? 2 дня, наверное.
сильных подтеков нет. Где-то есть, где-то как-то. Ну вот здесь вот чуть-чуть есть потеки. Здесь к низу как-то нету. Песка особого нету. Вот здесь только есть песок. Здесь вот. Вот там вот много, видать, это, когда капли дождя на цветы капали, и из горшка земелька вместе с каплей дождя. В общем, терпимо, девочки, окна мыть. Буду, но не сейчас. Через время. Вон мастер мой ходит, Ахмедбей. Не, уже давно у него не было. Год, наверное, не было. Год не было у него. Пока не собираюсь. Красить волосы буду также, девочки, продолжать этой же краской. Стрижку, кончики сама себе тоже могу подстричь. О, женщины любят. Любят к Ахмедбею ходить. Он неплохой мужик. Он с женщинами быстрее контакт налаживает, чем с мужиками. Все-таки как-то он... Но он уже зазнался. Он 2 года назад, когда открывал вот эту парикмахерскую, он был такой, ну, более стеснительный. Сейчас он уже такой, ходжа. Понимаете, не каждую возьмет к себе на стрижку. Может отправить. Там у него уже мастера уже другие. Раньше он один был, а сейчас у него несколько. 2 мальчика он, по-моему, себе помощника взял. Поэтому может отправить к мальчишам своим, к ученичкам. Ой, ладно, девочки, пойду. Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует вечерний Стамбул. Прослушайте сводку погоды на завтра. Азиатская часть Стамбула планирует проливные дожди. Солнечная погода ожидается к вечеру. Поэтому жители азиатской части Стамбула, возьмите с утра зонты. Погода в азиатской части Стамбула, району Скюдар, на завтра планируется 25-26 градусов. Ветер южный 5 метров в секунду. До встречи, друзья! С вами был вечерний Стамбул. Ну что, девочки, нашла свой старый костюмчик. Прикалываюсь. Сейчас сын придет. Я одела его, значит, вышла там, где младший сын сидит. У сына глаз квадратный стал. Он меня в таком виде, может, и видел, но не помнит. Ну, я же оделась. Я же оделась. Немножко примятый он. Его надо погладить вот здесь вот. Я его, знаете, 2 года назад одевала вот этот пиджак с джинсами. И что-то я про него забыла. Вот похолодает, буду одевать. Вот эту юбку, девочки, купила, ни разу не одевала. Они вообще не совпадают. Здесь на пиджаке полосы есть, и на юбке тоже есть полосы. Но они не совпадают. Это в смысле по качеству материал одинаковый. А по расцветке они разные. Сейчас я вам покажу. В общем, оделась. У меня была раньше длинная черная юбка и черный пиджак. Я одевала, на собрание ходила к младшему сыну вместе. На праздник какой-то был. Байрам какой-то был. Я ходила к младшему сыну. Сейчас. Не знаю, где бы вам показать, как бы видно, чтобы было. Вот. Видите? Я же сапоги же еще одела, девочки. У меня же сапоги еще вот. Я же сапоги одела вот. Ой, не знаю, как показать. Сейчас. Вот, девочки. На платформе. Ну, это единственные сапоги, в которых я могу ходить. Они это такие чулочки, сапоги-чулочки. А материал, видите, не совпадает. Колготки напялила же я. По цвету, видите? Здесь вырез такой. Здесь видите, какие половки? А на пиджаке вот какие, видите?
Ну, в вечернем свете они не видны. В вечернем свете можно так. Можно. Я уже вспотела, блин. Вот эти очки. Сын говорит, нет, вот эти очки не очень. Вот эти, говорит, лучше. Вот эти, говорит, лучше. Потому что эти выделяются, видите? Желтый. Желтый выделяется. Ни туда, ни сюда. Маечку напялила. Все дела, видите? Все. Ну, от себячину всякую. Про погоду. Это калиберта. Это моя правда, как говорится. Ну что, нормально. Сережки, вот видите, не вызывающие. Все как положено. Колечки не вызывающие. Часики. Все скромно, со вкусом. Сейчас ребенок старший придет, спрошу его мнение. Девочки, у меня здесь даже прокладки подклеены под мышками. Внутри жакета. Видите? Видите, какая я практичная. Что сделаешь? Как, сынок? Давай. Маму свою узнаешь? Такую маму видел когда-нибудь? Видел? Кого? Тебя? Да. Нет. Никогда такую маму в такой одежде не видел? Что, не... сегодня что-то специально? Нет. Работу нашла? Работу нашла, да. На телевидении погоду буду передавать. Че, правда, не помнишь, что у меня такая одежда была? Никогда не видел? Нет. О, Октай тоже глаз квадратный был. Че мне, ну, удивленный. Как у тебя? Ты не замерз? Ну что, мальчики, скажете, маме идет такая одежда? Нормально. Лучше, чем твои нормальные комбины. Хотя бы это не домохозяйка, да? Нет, хотя бы это не... Офисный вид это пойдет? Это хотя бы. А то у тебя же шапки такие, блин. А видишь, я могу быть разной. Я могу быть разной. И в чалме, и в платке, и в офисным работником могу. Видишь? Я артист. Да? Красиво очень. Подходит тебе. Тебе мне это лучше, чем чалма? Дома так будешь? Дома буду так ходить. Маньяк. Меня поцелуй еще. Ты че? Ребята не видели. Прям. Она, ребята, до мамы такой. Сынок. А ты что скажешь? Маме так надо дома ходить. Ну, как хочешь, так иди. Это ща. Ну, ты тоже маму не помнишь в такой одежде? Нет. Нет? А. В чалме больше маму помнишь? Да. Ой, а тебе приятно, что мама такая? Офисный работник. Для меня разницы нету. Или лучше в чалме? Разницы нету. Разницы нету? Мама – это мама. Да. Маму должны принимать в любом виде. И в чалме, и без чалмы. Да, да. Да? Ага. А чё? Ну, видишь, Аби говорит это. Так лучше тебе, говорит, идет тебе это лучше. Серьезная одежда. Не такое, как я вечно одеваюсь. Ну, дома же так не будет. Буду на кухне теперь так. Картошку жарить буду. Котлеты делать. Пельмени стряпать. Фартучек сейчас примерим. И все. Только жарко в сапогах ходить, жарко. И вообще жарко, блин, я уже вспотела. Ну, сейчас вот похолодает. Прикалываемся же. Ой, любименький мой. Ой, доброй ночи, ребята. У нас 11:30 ночи. Ну, вот, чтобы закончить это видео, хочу сказать... Я дождалась мужа, муж поздно пришел, я не раздевалась, я только пиджачок, жакетик сняла, потому что жарко было сидеть в жакете, в пиджачке, потела. Я сняла вообще пиджак, и мужу в дверь позвонил, я раз быстро такая одела пиджак, и дверь открыла, и так голову только из-за двери вот так, чтобы он меня не видел. Потом он уже стал заходить, и я в дверь вот так. Вот она я. Он говорит, а ты куда собралась? Я говорю, офисная.
офисная теперь. Домохозяйка Татьяна будет в офисной одежде ходить дома. Он говорит, с ума сошла, что ли? Что у тебя, говорит, такое? Что за настроение? Ну, он же собирается ехать, а тут у меня такое настроение. Я говорю, нормально у меня настроение. Он говорит, а что ты с ума сходишь? Я говорю, контент это. Для контента. Для контенту. Ну, короче. Я говорю, что тебе не нравится? С ума сошла. Пошел в ванную. Я за ним. Как это? Как это? За ним в туалет, короче. Он стоит там, моется это. Я ему говорю, ты мне скажи, ты что? Ты мне скажи, я не уйду. Ты мне скажи. Он говорит, тебе как, зачем тебе? Я, говорит, даже не знал, что у тебя такая одежда есть. Я говорю, как, здрасте, как это ты не знал? Мы на выборы с тобой ходили, я вот этот пиджачок одевала. С джинсами, правда. Я юбку ни разу не одевала. Сапоги, он говорит, в сапогах осторожно, там же высокая платформа, ногу можно подвернуть. Он сразу об этом стал думать. Он говорит, юбка, говорит, я никогда не видела у тебя такую юбку. Я говорю, ну правильно, потому что я ее не одевала никогда. Я про нее даже и забыла, что она у меня есть, девочки. Я ее когда купила, с учетом, что я похудею. Я же знаю, что я каждый год худею. Вот я ее купила. И, в общем, повесила. И вот я свободна в ней. Ну, в смысле, она у меня. Ну, нормально, короче, она. По размерчику. 40-й, по-моему, это размер. Или 38-й даже. Не помню. Ну, не больше 40-го. Или 38, или 40 это размер. И, в общем, он сказал, что ты с ума сходишь? И я взяла фарточек сверху на это, одела. Ну, короче, прикалывалась. Он не любит такие шутки, потому что он же сейчас серьезно настроен, а я ему концентрацию ломаю такими своими шутками. А Айдену и Октаю понравилось. Я же говорю, у нее глаз такой, у Айдена особенно, вы же видели. Он говорит, я не помню, чтоб ты в такой одежде ходила. А Октай тоже ему интересно. Ну, он только в школе учительниц, учителей, женщины же, учителя есть у них в школе. Только в школе ведь, ну, на улице видит, а так, чтобы мама. Ну, я же говорю, жакет, когда я одевала, может, максимум 4 раза я этот пиджак одевала на улице. В общем, я к чему это, девочки, говорю? Что вот мы домохозяйки с вами, да? Вы же мне часто пишете в комментариях, что я тоже домохозяйка там. Мы порою на себя рукой вот так махнем. Мои же дети сказали, мы привыкли к тебе, что у тебя на голове то чалма, то платок ты там завяжешь себе. Сын прикалывается над моей, старший сын прикалывается над моей это, одеждой. То там. Ну, в общем, я как это, понимаете? Ну, у меня простая одежда, домашняя. Дома мы в чем ходим? Окна мыть. Я же не одену вечернее платье, хотя оно у меня его нету. Нету у меня. Раньше в Ташкенте было, я же вам говорила. Я его оставила, когда уехала из Ташкента. Там в квартире и осталось это вечернее платье. Каблуки и вот эти шпильки. Но я сейчас не могу на этих шпильках. Не могу. В общем, как бы было время, я ходила. И вечерние платья, и каблуки, как бы все. Мне сейчас вот удобно вот такой пижамный вариант. Понимаете? А мальчишки-то растут, сыновья. И маму свою они маленькие не помнят, не видят. Хотя у нас есть даже фотографии, мы в Ташкенте жили. У меня и юбки были, и шпильки были, и каблуки были. Не знаю, показывала я вам, нет. Два видео, старые фото есть. Может быть, и есть там. На шпильках фотографии есть. Ну, они же были маленькие, не помнят этого. А сейчас мама какая? Домашние халаты нет, я не ношу домашние халаты. Я в основном шорты, штаны и майки. И бывают в основном платки.
понимаете, такой домашний вид. Мама-домохозяйка. А такой серьезный, офисный, официальный вид. Они меня видели, когда были маленькие. А сейчас для них это прям нонсенс какой-то. Мама, такой у них серьезный вид, понимаете? И, наверное, надо делать иногда такие сюрпризы. Мне была интересна их реакция. Я, конечно, мне хочется одеться. Ну, куда я пойду? В магазин с сумками. Там. Вот мальчишки будут в школе, допустим. Муж уедет. Кто будет в магазин ходить? Я. Я же буду как Геракл. Мне удобнее, думаете, в сапогах и в юбке? Я лучше одену кроссовки и джинсы и куртку какую-то подлиннее. Понимаете? Потому что в пиджаке неудобно поворачиваться. Неудобно. Это офисный вариант. В ней сумки и вот эти чанты, авоськи не потаскаешь. Поэтому мне неудобно в магазин в этой одежде ходить. Куда-то на выход, куда-то в ресторан. Это тоже не для ресторана одежда. Понимаете? Ну куда? Вот куда я пойду в этой одежде? В магазин? Куда-то в Капитоль, допустим. Так я в Капитоль каждый день тоже не хожу. Потому что раз в год. В общем, я к чему это показала? Что вот мы, домохозяйки с вами, наши дети даже забывают, какие у них мамы. Вот старший сын сказал, типа, тебе красиво, да? Ну, тоже спросил, куда ходить ты будешь в этой одежде? Куда ты собралась? А младший сын, он у меня такой, как сказать, дипломат. Хотя старший сын тоже дипломат, но он не с мамой дипломат. Он там где-то на улице дипломат. А маме он говорит правду. И порой эта правда, как говорится, горькая и обидная. А младший сын, он говорит, какая разница, в чем мама одета? Ну, конечно, ему приятно в такой одежде. Более, да, как сказать, ну, нарядная, что ли. Он сказал, какая разница, в чем мама? Ну, вы же слышали, что он сказал. Мы маму всякую любим. Муж офигел. И он боится, когда вот так вот какой-то официальный вид, да. Даже когда вот раньше я одевала вечернее платье, мы куда-то в ресторан ходили. Ему, конечно, это приятно. Он, извиняюсь, вот в три погибели стою, и это, газы выходят. Ну, у нас же всех так бывает, девочки. Газы выходят. Естественно, что естественно, то не безобразно. Муж тоже, конечно, приятно ему. Но просто он офигел. Офигел. Муж тут, он же на чемоданах уже сидит, а жена тут с ума сошла. Офисный вид какой-то куда-то собирается. Понимаете? Чтоб не рвануло никуда. Он же тоже об этом переживает. Где такой дурунду-то найдет? Фиг, не найдет уже дурунду. Ой, опять болтаю. Короче, девочки, что скажете вот в комментариях? Мне интересно ваше мнение послушать. Все-таки мы, домохозяйки, с вами много чем жертвуем ради своих близких. И порою мы даже эти жертвы не замечаем. Вот видите, я пожертвовала. Но мне удобно в платках ходить. Я же говорю, удобно. А оказывается, надо иногда устраивать вот такой сюрприз. Сюрприз. В общем, жду ваших комментариев, девочки. Интересно, вот вы, домохозяйки, которые сидите дома, вы такие сюрпризы для своих устраиваете? И что они смотрят на вас? Что? Что у них? Какие мысли возникают в голове? Пишите. Все, девочки, спокойной ночи. Всех благ вам, добра, самого светлого и самого доброго. Вы же знаете, я вас люблю. Всех вас обнимаю. Салют Стамбул. Пока. Спать пошла.